и физически для того, чтобы их не настигли соперники. Both of these guys seem to be skiing within their limits. As I said, they're working together up there. They're trying to pull away from this pack and seal this deal. But you can see this is a difficult course. Tony, the Insect and Spanic that are very capable cross-country skiers, we may see them moving up the pack as the race goes up. They're definitely going to have to move hard to bridge up there. The front's not letting up. There's the standings as of 2.5K now. You see 6-10 on the board. Обратите внимание, что во главе группы преследователей находятся действительно быстрейшие гонщики Лукас Клаффер, Магнус Стоун. Они могут, в принципе, они способны отыграть 30 секунд Эрика Фрэнсена на оставшихся 7,5 километрах. Но удастся ли им это сегодня? Потому что это Олимпийские игры. Которые сегодня не попадут на пьедестал Мартина, они, безусловно, так же рады, как и Магнус Крог, они рады за своего соотечественника. А у нас остальные спортсмены продолжают финишировать. Одолите их овациями, они этого заслуживают, они отдали все силы. Первое место и звание чемпиона Олимпийских игр завоевал представитель Германии Эрик Фрэнсен.